Когда Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сотворил джанна, рай, аль-адн, то тогда Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля попросил джанна, попросил этого рая, чтобы он что-то сказал. Приводится фи таргиб ва таргиб сахих 3714 хадис عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال خلق الله تبارك وتعالى الجنة عدن لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك. Ибн Аби Саид радиаллаху анху приводится то, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: Всевышний Аллах субханаху ва тааля создал рай Адн, Джаннату Адн. Это первый рай, который он сотворил субханаху ва тааля. Кирпич из золота, кирпич из серебра и смесь, которой скрепляются эти кирпичи, из миска. وقال لها تكلمي и сказал ей Всевышний Аллах субханаху ва тааля: заговори. فقالت قد افلح المؤمنون и сказал этот рай: преуспеют верующие. Кто же такие эти верующие? Такая сура в Коране ниспослана аль-муминун, и с этих же слов начинается: قد افلح المؤمنون, обретут успех верующие. И первый их сифат, первый их описание — это «Алладзина хум фи салатихим хашиун». Это те, которые набожны, богобоязненны в своих намазах. Показатель человека не только сам намаз, но то, как он выполняет, исполняет эту обязанность, то, как он читает свой намаз. فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي فلما انتهى من صلاته قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям увидел один раз, как один человек молился. И тогда посланник саллаллаху алейхи ва саллям сказал ему: вернись и заново помолись, поистине ты не молился. Несмотря на то, что он сделал такбир, несмотря на то, что он прочитал суры определенные, сделал руку'а, суджуд, но однако он «лам ятмаин фи аркани ссаля», то есть он не обретал то спокойствие во время этого молитвы, быстро прочитал и все. Как будто он его и не читал, сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он ему сказал: «фа иннака лам тусалли», поистине ты не читал, сказал ему саллаллаху алейхи ва саллям.